территории нашей области. Первое, так она предоставленная материалы журналистами, средств массовой информации. И все эти материалы, они ранее проходили, этот конкурс проходил на уровне Министерства внутренних дел, где наши, опять же, журналисты выступали своими материалами и занимали лидирующие места. Мы в этом году решили провести это мероприятие у нас в территории области, собрать все возможные тоже материалы, оценить их, оценивали по различным направлениям, идеология, опять же, мои помощники оценивали. Но я думаю, что данное мероприятие как пройдет, посмотрим, получится. Итак, долгожданный момент. Свои результаты. И всем желаю, конечно же, удачи, чтобы вы побеждали не только на областном уровне, а побеждали на республиканском уровне. Спасибо.